Специальное предложение дня – это теплая зимняя куртка. И это не только теплая вещь, но и, конечно, вещь, которая будет нас красить. И это полупальто Флорентино. Знакомьтесь, любите и жалуйте. И только на один день скидка 2600 рублей на теплое сезонное предложение. Оль, ты знаешь, действительно очень теплое полупальто. Ну, согласись, у нас уже первый снег выпал. У нас сегодня вышла, все в снегу. Поэтому самая пора утепляться. И вот ты знаешь, что я тебе сразу хочу сказать? Уникально совершенно. Это полупальто нас будет греть до минус 30 градусов. До ты представляешь? Минус 30? Подожди. Минус 30 градусов. Но она же такая легкая. Как такое возможно? Оля, она легкая. Она очень изящная. И в то же время будет греть. Давай выберем. Цвета, я расскажу, почему она такая теплая. Тебе очень идет цвет бирюза. Наташа, он на тебе прям буквально как родной. Если вы тоже любите цвет бирюза, забирайте, как наш эксперт Наталья Федотова. У нас еще есть бордо. Есть. А, конечно же, мы не могли обойтись без классического черного цвета. Угу. Очень мне нравится цвет капучино. Он аппетитный и на самом деле очень элегантный. И есть темно-синий цвет. Для тех, кому надоела черная база, могут смело выбирать темно-синий. Итак, успевайте, дозвонитесь только на один день. Снижена цена на полупальто Флорентино. Посмотрите, как элегантно смотрится, как достойно сидит и украшает. Здесь еще есть несколько секретов, обо всем подробно с бесплатной доставкой. Приедет к вам ваше полупальто Флорентино. У нас в размере от 52 до 60. Давай сразу посоветуем, Наташ, как выбирать правильный размер. Оль, полупальто Флорентино, мы выбираем размер, но я приглашаю наших дам 50-го размера оставаться у экранов. Они смело могут выбрать себе 52-й, он великолепно сядет, и у них еще останется свобода на теплый джемпер. Согласись, например, когда-то совсем экстремальные погодные условия, конечно. Если мы поденем теплый джемпер, то мы тогда до минус 35, например, Якутия у нас есть, там вообще морозы до 50, вот идеальный совершенно вариант. Идеальное решение. Набирайте наш номер телефона, успейте заказать прямо сейчас. Мне нравится, что здесь в полупальто предусмотрено все на свете. Но я смотрю на нашу модель Марину, я ничего не понимаю. Она доказывает, что она не сидит на диетах, но я ясно вижу, что она выглядит, ну, максимум на 48-50. Конечно, у Марины при всем при этом 52-й размер. Оль, знаешь, за счет чего это происходит? За счет того, что утеплители нового поколения совершенно не создают объема, при этом вещи очень теплые. У нас утеплитель Fibertech. Мало того, что это, в принципе, утеплитель нового поколения совершенно, но у нас здесь двойной Fibertech. Что это значит? Fibertech – это вообще утеплитель такой, который состоит из тончайших полуэфирных волокон. Между собой они образуют воздушные подушки. Слушай, ну это как в пуховике. Но не как в простом пуховике. Вот здесь у нас плотность утеплителя в два раза больше, чем в обычном пуховике. Да. И именно поэтому, Оль, мы можем носить нашу куртку до минус 30 градусов. Этот утеплитель используют полярники, используют альпинисты. В самых экстремальных погодных условиях, Оль, именно для них он и разрабатывался. И только потом уже стал доступен для широких потребительских масс. И мы сегодня представляем только на один день с уникальной предложением. Предложение дня – это полупальто Флорентино. 4999 рублей цена. У нас есть для вас, пока есть в наличии, все цвета. Я выбрала цвет капучино. Он такой приятный, он такой нежный и самый светлый. Если вы также предпочитаете необычные цвета, ну, не только темно-коричневый или черный, выберите себе бордо, капучино или цвет бирюза. Набирайте наш номер телефона, и пусть это будет ваша первая теплая покупка. Ох, морозы! Говорят, зима будет страшно холодная. А вы к ней готовы? Оль, ну вот я призываю готовиться именно к морозам. Но ведь мы хотим готовиться к морозам не просто в теплых вещах, мы хотим при этом еще и стройнеть. Конечно. И вот мне очень нравится, что наше полупальто великолепно справляется с этой обязанностью. Я хочу обратить внимание, я хочу сейчас пройти к Марине и показать на ней, почему настолько стройными мы выглядим, надевая это пальто. Вот, Оль, смотри, у нас, во-первых, есть стежка. Стежка сама по себе, она уже делает силуэт более компактным и более...
более изящным. Но взгляни, у нас стежки детали, они у нас вот такие диагональные. И вот эти диагонали приковывают внимание к центру, то есть визуально сужают нашу талию. Mm-hmm. Но это еще не все. Если мы хотим сбалансировать бедра, Оль, посмотри, какой у нас здесь декоративный элемент с кнопками. Вот именно эти диагонали делают наши бедра более узкими. Видишь, они буквально разбивают пышность бедер. То есть вы получаете не просто теплое полупальто, которое будет вас сохранять в тепле и комфорте до минус 30 градусов, вы получаете еще и стройную фигуру. А спинка, смотри, как интересно выполнена. Оль, ты только взгляни, у нас непростая, ну, диагональ, горизонтальная полоска по спине. Посмотри, какая у нас интересные галочки. И вот эти галочки как раз сужают нашу зону спины. И поэтому даже, когда на нас кто-то посмотрит со спины, вот она, наша стройность в этом пуховике. Совершенно мы изобразили приталенный силуэт, мы изобразили компактный силуэт. Поэтому, надевая этот пуховик, мы моментально становимся стройнее и при этом еще и согреваемся. Получаете, да, стройный силуэт, вы получаете комфорт, тепло, сберегаете свое здоровье и при этом стройнеете. Мы стройнеем и при этом совершенно тепло себя чувствуем. Оль, вот скажи, пожалуйста, бывали у тебя такие ситуации, когда стоишь ты, например, в морозный день на улице, у тебя на руке остановке. Сумка, и у тебя в рукав задувает ветер? Конечно, было такое, да. А как же у нас, ну а как спасаться? Я обычно поддеваю внутрь теплый свитер с рукавчиком таким, с резиночкой. Мы можем теплый свитер тоже поддеть, но здесь конструкторы о нас позаботились. Посмотри, у нас внутри есть ребана. Ребана – это трикотажная манжета, которая совершенно нас уберегает от холодного воздуха, от ветра, который может проникнуть внутрь рукава. Ну или, например, вот ты знаешь, я с племянниками очень люблю в снежки играть. И вот очень часто как раз тоже в рукав западает снег. Так вот, с ребаной этого не произойдет никогда. Она нас уберегает от таких неприятностей. Здесь продумано все. А еще я хочу обратить внимание, что полупальто Флорентино очень легкое. Оно невесомое. Девчонки, вот когда вы вспомните, как мы таскаем с вами тяжелое драповое пальто. Или шубы. Вот мама у моей шубы цигейковая. Она такая тяжелая. Она сходит у меня в поликлинику, придет и говорит, лягу, полежу. Помните? И у вас такое. Носите легкое полупальто, которое сохранит тепло до минус 30 градусов. Оно абсолютно комфортное. Набирайте наш номер телефона. А еще мне очень нравится, что у нашего полупальто есть еще секреты. У нас есть секрет, Оль, совершенно верно. У нас отстегивается капюшон, причем делается это совершенно легко. У нас есть молния, причем молния это скрытая. Вот здесь вот капюшон. Знаешь, Оль, очень часто бывают на куртках у нас не скрытые молнии, они проходят здесь и они нам мешают. Поддувает ветер. Здесь мы защищены от ветра и в то же время в течение 10 секунд мы отстегиваем его. Как будем ухаживать? Стираем в стиральной машинке дома на деликатном режиме.